Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на осмотре Chevrolet Camaro из фильма «Трансформеров». Полностью идеальный, точный вариант, я бы сказал, желтого цвета, вымыт. Идентичная модель, та, что была в фильме, вот Bumblebee, кто смотрел еще вот недавно. Точно такая же модель. Автомобиль хороший очень, так что не пропустите, будем смотреть. Ставьте обязательно лайк ему, если вам понравилось такое видео. Друзья, смотрите, какой красавчик Chevrolet Camaro. Двигатель объемом 3,5. Просто красавчик. Bumblebee. Ты как тут? Управляешь уже? Умеешь ездить? Угу. Шикарная, да, машина? А расскажите немножко о машинке. Отличная машина. Как она себя показывает очень на дороге? Хорошо. Очень хорошо. Двигатель 3,5, да? 3,6. 3,6. Вот какой. 2015 года. Ну а в обслуживании как она? Или вы еще ничего не меняли? Пока непонятно еще. Да. Ну, на расходники поменять, да? По-любому. Да нету металлического. Все на электрике у нас. Смотрите, как американцы до мельчайших деталек все делают качественно. Друзья, смотрите, какой салончик у нас. В автомобиле Chevrolet Camaro просто замечательный. Здесь сидеть одно удовольствие. Вот видели все на Ford Mustang, да, какой салончик. То здесь, конечно, будет он намного шикарнее. Сзади пассажиры, как тебе, удобненько, братишка? То есть классно, да? А спереди вообще? А смотрите, как он открывается. Надо его, надо подвинуть. Ага. Он двинулся, а вот швартлите. Смотрите, значит, тут все боковые панельки. Вот так, швартлите. Сейчас открыть. Пластик на высшем уровне. Руль очень удобный, смотрите, спортивный. Здесь огромный дисплей. У нас коробка автомат. Ручничок. Вон показаны все масла, давление. Все на высшем уровне. Это с трансформера вообще машина, да? Угу. Видите, смотрел же трансформеры. Первую часть, вторую. Да это нет, вот я другого Bumblebee еще смотрю. Так это вообще классный. Он, я скажу. У меня есть другой Bumblebee. Сиденье у меня два Bumblebee. Ну и кому понравился этот видео, маленький такой ролик про автомобиль, может в дальнейшем его еще сниму намного больше. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропускайте, и на все комментарии обязательно отвечаю.